Здарова всем, ребята, Кента пока на проводе, и прямо сегодня я не один, со мной... Анетка Конфетка. Ну что ж, дорогие друзья, прямо сегодня у нас будет битва брелками, и кто будет брелки круче, тот забирает все брелки проигравшего себе, когда они выйдут на рынок. Но вы, мои уважаемые подписчики, прямо сейчас поставьте лайк и подпишитесь на канал Кента ПК, потому что следующего человека я выберу именно тебя, то есть именно ты сейчас напишешь комментарий плюс свой ID, и возможно я выберу именно тебя для прокачки инвентаря. Поэтому смотри видео без перемоток, ставь лайк и подписывайся на мой канал, и я тебя прокачаю брелками. Ну что ж, Анетка, ты готова? Ты знаешь, сколько они стоят? Это просто что-то нереальное. Они стоят по 500 голды. Ты понимаешь? Я понимаю, это пол ножа. Давай, 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 давай. Анетка, покупай прямо сейчас 12 хэллоуинских стикерпаков. Так, стой, стой, стой. Не психуй, не психуй. 6 тысяч. Это лишь пол ножа. Да это блин, 3 ножа. Давай, Анетка. Так уж и быть, покупай. Все, ребята, ради контента. Поэтому обязательно поставьте лайк, подпишитесь. Ну а я прямо сейчас начну открывать хэллоуинские чарм-стикерпаки. Ну что же, ребята, просто прямо сейчас первый хэллоуинский стикерпак я открою именно... Именно я открою! Да, Анетка, не думаешь, что это джентльмен какой-то. Открою просто за всех мужиков. Просто мужики, давайте, за вас открываю. 3, 2, 1. Мужики, мужики, мужики. Давай, давай, давай. Опа-па, эпик, да ты что? Иди сюда, дорогуша. Так, один эпик есть. Запоминаем, один эпик есть. Так, ну что же, Анетка, теперь очередь маленьких смазливых девочек. Открывай. Хорошо. Я надеюсь, что мне выпадет аркана, а не эпик. Эпик, это для тебя. Арканы, это для тебя. Ой, девочек. Какая аркана, посмотри. Ща, ща рарка, ща рарка, ща рарка. Рарка. Так, ну что, Анетка, это я? Это ты. Ну, кстати, похоже, а ну-ка. Так, ну что ж, дорогие друзья, прямо сейчас обратно очередь мужчины Кента ПК. Прямо сейчас я уже выиграю, счет 1-0, считаем по раундам, 1-0. Ну что ж, Анетка, прямо сейчас я тебе покажу высший пилотаж, как правильно открывать хэллоуинские стикерпаки. Мы делаем вот так и говорим: «О, великий паук, пожалуйста, выпади», и притворяемся пауком. Пусть не выпадает. Не-не, выпади, выпади. Пусть тебе этот паук ночью в ухо залезет. В ухо залезет? Кстати, ребята, вы в курсе, что пауки залезают в ухи, в рот и вообще в любые отверстия в теле человека? Так странно посмотрел. Ладно, все, ребята, полетели. Так, ой-ой-ой, от дверка, дверканы, четверкан, ой-ой-ой-ой-ой. Да нет! Трындец просто. Ну, ребят, мы так договаривались. Но согласись, он покрасивее, чем тот челик, который был предыдущим тебе выпал. Потому что тот предыдущий монстр, он, этот, он вообще стрёмный. А этот черепок, он хотя бы интересный. Сделай какое-то заклинание, хоть что-то. Нет, какой буст? Я хочу аркану. Анетка, мало ли что ты хочешь. А я хочу борщ. Борщ, котлетки, пюрешку. О, да. Эпик. 1-1. Счет 1-1. Счет 1-1. Ёлки-палки. Вот тогда. Так, ребята, Анетка комбайчит. Ну вы понимаете, что мы, ребята, не какие-то там джентльмены. Мы настоящие мужики. Мы сейчас слахтя. Все, кто комбайчит, тупо слахтя. Если что, это вся фамилия Верикана. Но прямо сейчас я сделал буст на серп. Пожалуйста, серп. Я тебя прошу, не подведи. Пожалуйста, выпади. Я тебя очень умоляю. Ты посмотри, какой он классный. Мне нравится еще больше, чем паук. Потому что посмотри, какое офигенное свечение. Очень-очень круто. Ну что ж, дорогие друзья. 3, 2, 1. Берем и начинаем. Просто полетели, полетели, полетели. Ой-ой-ой-ой-ой. Легендарка. Слушай, неплохо, неплохо, неплохо. Неплохо, очень даже неплохо. Эпик, эпик, эпик. А что, это метла какая-то? Ну да. Блин, это, тебе должна была такая метла выпасть, потому что ты же любительница подметать. Слышь, ну а что, ты подметал утро жизни? Я на этой метле улечу от тебя. Улетит от меня? Так, тихонько, Анетка, у нас битва, битва. Поехали, поехали. Я хочу, чтобы мне выпала рарка. Рарка? Да. Так ты ж проиграешь. Я хочу обмануть стендов. Давай, давай, давай. Давай, рарка, рарка. Обманул, обманул. Ох уж эти девушки, ребята, вы понимаете. Ох уж эти девушки, 2-1. Мужики побеждают. Ребят, мы с вами просто красавчики. Просто мы с вами сила. Поехали. О, да убери, у тебя там как у кота. Между ног, поехали. Так, ну что, Анетка, давай. Сейчас тебе папочка покажет высший пилотаж, просто смотри. Абракадабра, мужикам выпадабра. Сейчас, сейчас, паук, паук. Паук, это тоже мужик, видишь? Смотри, у него между ног что торчит, тоже мужик, понимаешь? Так, ну что, ребята, вы готовы? Вы готовы, дети? Да, вы готовы. Поставили лайк? Да. Подписались? Да. Написали комментарий? Да. Блин, странно, что я сам себе отвечаю. Ну, короче, это вы типа ответили. Все, ребят, полетели за мужиков. Давай, давай, давай. Я уже побеждаю 2-1, и мне выпадает... Есть!
Да, блин, да, этот да, сраный да, призрак. Давай, Анетка. Так тебе и надо. Да, конечно, мне надо. И тебе так надо. Это ты любишь рарки. Ты же просил, чтобы тебе рарка выпала. Что? Какая рарка? Мне сейчас выпадет аркана. Понятно? Не-не-не-не-не-не-не. Я еще надеюсь. Пусть это выпадет аркана. Ой. Вот это или вот это? Другого? Или рарка, или вот это рарка. Нет, нет, пожалуйста, не трогай. Да, или рарка. Так. Ой-ой-ой, рарка пролетела. О, ты что, моя любимая рарка. Любимая рарка опять отчел. Слышь, а вдруг это намек? Вдруг это намек, что ты очень сильно похожа на вот этого чувака? Анетке уже второй раз спадает этот брелок. Это по-любому какой-то намек. Возможно, это Анетка через 2 года. Анетка, ты через 2 года, смотри, это видишь, это намек с будущего. Вот так ты будешь выглядеть через 2 года. Ну, а ты будешь призраком. Я буду призраком? Да, привидением. Так, Анетка, да, давай, пожалуйста, без этого. Ребята, если что, это все фамилия кого? Твоя. Такая моя, Верикон. Кого? Верикон или как? Верикона. Верикона, это все фамилия Верикона. Ну что же, ребята, прямо сейчас обратно очередь папочки. Пока что, получается, у нас с тобой ничья, правильно? Mm-hmm. То есть и тебе, и мне выпала рарка. 3-2, 3-2, mm-hmm. Каждому пачку дается. 3-2, 3-2. Полетели! Опа! Легендарка! Да! Ты шо, кто папа? Давай, Анетка, открывай, ну что, легендарочка. Ну, я уверен, сейчас будет, Анетка, сейчас будет просто 4-2. Давай, давай, давай. Пока что еще 3-2 и, скорее всего, будет 4-2. Давай, Анетка. Ух, стендов, пожалуйста, помоги Анетке. Я хочу выиграть. Не-не, не надо, не надо. Пожалуйста, Анетка, нет вариантов, нет вариантов. Ну, нет! Смотри, слушай, а ты была близко, ты была близко. Опять это чудик. Опять? Ребята, это по-любому намек. Это, походу, реально Анетка в будущем. Смотри, у тебя будет 3 зуба, снизу 1. Анетка, готовься. А ну, сколько у тебя зубов? Ну, кстати, не так-то и много и осталось. Не, ну, спасибо. Так, ну что ж, дорогие друзья, поехали дальше. Пока что 4-2, и вы понимаете, что я отстаиваю честь всех мужиков. Я знаю, что меня смотрит 8% девочек. Ну, короче, девочки, ну, что поделать. Сегодня вы оказались слабым полом, в принципе, как и обычно. Прямо сейчас скинтух открывает еще один кейсик. Еще один хэллоуинский чаром стикер-пак. Выбивает топовый брелок, и сейчас вы, ребята, поймете, кто есть кто. Смотри, мы его разворачиваем вот так вот. Смотри, видишь, разворачиваем. И теперь, Анетка, надо поцеловать экран. Что? Смотри, да поцеловать! Да, целовать экран. Сначала поцелуй. Я поцелую. Это, смотри, сейчас выпадет. Теперь твоя очередь. Письку целовать паука. Да какую письку, просто поцеловать его? По-братски. Ты говоришь, почему ты мне туда... Да это вообще женщина, это вообще женщина, это не мужик, это женщина. Давай. Целуй, опа. Ну что, ребята, сейчас по-любому этот паучок выпадет. Паучок, ну давай, не огорчай нас с Анеткой. Блин. Слушай, ну кстати, прикольно, опять эпик. Я буду опять Анетку выиграл. Анетка, это твоя последняя надежда. Возможно, прямо сейчас тебе очень сильно повезет, возможно, не повезет. Давай, Анетка, попробуй, прямо сейчас открой. Если тебе выпадает аркана, ты побеждаешь. Я просто открываю, я просто открываю. Так, ух-ух-ух. Закрой глаза, закрой-ка, закрой. Так, чтобы... Короче, Анетка, я тебе даю второй шанс. Если ты меня выигрываешь по кейсам на сайте OffDrop, то тогда я тебе отдаю абсолютно все брелки. Да, ребята, я сумасшедший. Но этого не произойдет. Ну что же, друзья, товарищи, нажимаем раздел бонусы и давайте посмотрим, какая же у нас сегодня тут есть халява. Так, первая халява — это барабан бонуса. Вот скажи, ты любишь халяву? Очень. Ну кто ее не любит? Барабан бонусов. Давай, давай. Абракадабра, барабан бонусов выпадабра. Сейчас нам может выпасть такой крутой бонус, что ты просто рот откроешь и будешь в шоке. Плюс 2. Нам дали 2 барабана на халяву, прикинь. Еще 2 барабана. Да. Ничего себе. Не просто так. А, давай посмотрим, что нам выпадет. Вот этот крутой бонус. О, бесплатный кейс. Ничего себе. Я просто в шоке. Не, я, конечно, все понимаю. Ну, слушай, сайт OffDrop, ну ты полегче. Ну, реально, ну, типа, ну... Еще один, смотри, еще не халявный кейс. Обалдеть. Обалдеть, вот и да, вот ты там навалила. Так, ребятки, ну что же, барабан мы прокрутили. Теперь бесплатный кейс. Просто ежедневный бесплатный кейс раз в сутки. Давай, Анетка, открывай. Возможно, давай, выпадет нож. Надеюсь, повезет. Давай, Анетка. Ну, слушай. Бесплатный М4 самурай с бесплатного кейса. М4 самурай с бесплатного кейса. Я просто в шоке. Так, давай посмотрим, а есть еще халява. Дальше тут есть бесплатная раздача самурая. О, можем еще один самурай получить. Короче, нажимаем просто занять место бесплатно. И все, 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 все. Надо ждать, да. Просто ждем, если мы вырвем, то нам очень сильно повезет. Так, смотрим дальше. А, еще есть халява, короче, в группе ВК. Ну, это, если что, ребята, вы сами сможете разобраться. Так, ну что же, почины. Прямо сейчас мы начинаем битву кейсов против Анетки. Анетка,
Какой кейс ты хочешь? Выбирай любой кейс. Я хочу. Давай начнем битву кейсов с бесплатных кейсов. Смотри, вот на, выпали вот эти кейсы с барабана бесплатно. Начинаем битву. Готово? Какой кейс выбираешь? Ну, давай. Фуриос. Давай Фуриос кейс. Открываем совершенно бесплатно, потому что нам выпал бонус на барабане бонусов. И Анетке выпадает, запоминай, сколько рублей. Прикинь, почти, керамид. Почти, но! Почти. Так, Анетке выпадает. Анетке выпал скин за 2.75 голды. Окей, Анетка. Я открываю тот же самый кейс и смотрим, за сколько выпадает мне. Тебе выпало за 2.75, а мне... Так. Анетка, походу я тебя выиграю даже на этом сайте. Я говорю, это дороже, это дороже. Ребята, считаем дальше. Счет обратно 1-0 в мою пользу, потому что скин реально дороже. Так, Анетка, теперь давай, короче, откроем какой-то индийский 200 рублей. Ну это реально очень давай, дорого. Давай, давай попробуем давай, первый давай. Кейс твой, открывай. Давай. Давай какое-то заклинание или еще что-то. Я надеюсь, что Индия нам поможет. Индия? Пацаны, я не знаю, причем Индия... Всем с Индии привет. Ну просто, да. Пусть поможет, пожалуйста. И надо сделать все третий глаз, Анетка, чтобы помогло. Трындец, если бы Керамбит Голд выпал, я бы офигел. Так, Анетке выпал скин. Ого! А чего так дорого стоит? Он стоит 434 голды? Да. Обалдеть. Я даже не знал. А как так дорого? Дезерт Игл Морган? 434 голды? Так, ребята, шансы на победу у Анетки очень-очень высоки. Я надеюсь, что у меня все-таки выйдет ее обогнать, потому что это просто трындец какой-то. Так, ребята, открываем. Давай. Опа, нож. Не, если статрек, прошу. Статрек. Если статрек, есть шансы. Трындец, Анетка. 1-1. Нормально, счет 1-1, открываем дальше. Так, слушай, а давай-ка мы попробуем какой-то кейс эпическое. Ну, слушай, ну интересно, давай открывай. Ну давай, пусть повезет. Вдруг нам сейчас навалит конкретно, да? Эпично, пусть выпадает офигенский скин. MP7 of Road. Но если он статрек, то это дорого будет все равно. Там голды 30 точно. А ну-ка. Но я надеюсь, это не статрек. И кони... 9.28, бедная Анетка. Смотри, я просто закрытыми глазами открывай кейс, и ты сейчас просто поймешь, кто тут главный. Так, ребята, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. И... Что выпало? MP7 to years! Вот так, пожмите руку. Дай руку. Спасибо большое, Анетка. Ну что-то, по всей видимости, ты не хочешь забирать брелки? Я хочу. Не хочешь брелки? Не хочешь. Давай так. Так, смотри. У нас остается 545 рублей. Что же мы такое откроем? Давай, короче, с тобой откроем стикеры. Слушай, интересненько. Так. И Анетки выпадает, ребят. Как вы думаете, что Анетки выпадает? Опа-па! Опа-па, открывай глаза. Слушай, дорого, реально дорого стоит, это примерно 50 голды. А, 75? Ничего себе, понимаю, мое почтение. Давай, 3, 2, 1, поехали. Какой счет? 1-1 пока что, да? Ну да. Так. Да ну, Руфл, я чаще проиграю. Да это Руфл, я чаще проиграю. А, 2-1 счет. Счет 2-1. А вот теперь счет 2-1, получается 2-2. Вот теперь счет 2-2. Ой, ребята. Не получилось обмануть. Получается экшончик. 2-2 теперь счет. Теперь счет 2-2. Так, ну что же, Анетка, давай, короче, рискнем. Давай по-конкретному. Кейс статрек. Это тот кейс, который мне всегда везет и всегда наваливает. Ну что да? же, Анетка. Ну я надеюсь, что мне навалит. Давай, Анетка, главное, чтобы штаны не навалило. Поехали. Что же подает Анетке? Опа-па! Стоп! Стой! Что? Это 6000 голды! А ты что думал? Да ты адекватно! Думал, что ты выиграешь! Ты адекватно! Думал, что ты выиграешь! Так, ребят, надо Анетку пустить на землю! Надо пустить Анетку на землю! Трындец просто! Вот это да! 6500 голды! Так. Ну блин! 3-2 Анетка побеждает! 3-2 Анетка побеждает! Так, Анетка, давай, остается у нас последняя одежда. Да, блин, ребята, 4-3 или какой счет, да? А, 3-2 Анетка побеждает, 3-2 Анетка побеждает. Анетка, давай, короче, кейс АВМ, открывай ты, потом я. Давай, а тут есть АВМ Трэшер Хантер? Да, тут есть все что угодно, открывай. АВМ Трэшер Хантер? А, нет, нету. Блин, тогда хоть какой-то АВМ Спорт. Так, блин, пожалуйста. АВМ Спорт? Стой! Да, я должен выиграть Анетку, запоминай. Давай. 2.75. Так, ребят, открываю еще один кейс. И прямо сейчас, возможно, будет или ничья, или, возможно, какие-то пока... О! Да! АВМ Дрэгон! Да! 3-3 счет! Анетка, 3-3 счет! Блин.
Давай так, если подписчики наберут 10 тысяч лайков, то тогда мы с Инной снимем продолжение. И вот именно тогда мы узнаем, кто же получит все вот это. Потому что пока что у нас ничья. 3-3. Поэтому, ребята, давайте прямо сейчас ставьте лайки, подписывайтесь на канал КентПК и пишите любой хороший комментарий. Также ссылочка на сайт OffDrop есть в описании. И еще, ребята, очень-очень важно, не забывайте то, что при пополнении вводите промокод КЕНТ. Вот реально, братан, введешь промокод КЕНТ, получаешь 40% от твоего пополнения обратно на твой баланс. Все нужные ссылочки есть в описании. С вами был ваш КентПК. Всем удачи, всем пока.